Обычно Палыч делает там какие-то подгоны, устраивает челленджи, еще что-то, вкидывает свои бабки. Но чем мы хуже? Почему мы не можем собраться, толпой скинуться и сделать Палычу крутой подарок на Новый год, чтобы он прям офигел? Мы это и замутили. Давай, открывай! Я не представляю, как это переплюнуть все. Это вообще, это просто охренеть! Ебать! Ёб твою мать! Как? Как нахер? Я к этому шел больше года. Сам открыть контейнер, ну типа свой, забрать это себе. Что же мне там досталось, я не знаю. Да вы идите в жопу, блядь! Да блядь!